Ну, видите, дорогая Антонина Сергеевна, вы пришли к нам из обычной школы, где отношение к каждому предмету равное, а у нас царство точных наук, понимаете, у нас физмат-школа, мы готовим технарей, понимаете? Но мне-то казалось, что любая школа должна выпускать гармонично развитых людей. Любая школа должна выпускать гармонично развитых людей. Гармонично развитых людей. Любая школа должна выпускать...